Sarvasarvamilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Ti Namane. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vancha Kaupata Rubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're studying the Nectar of Devotion, Chapter 5, The Purity of Devotional Service. Kadyaina, your voice is breaking. Посмотрите, пожалуйста, свои микрофоны. Все ли выключили? Потому что когда эхо идет, значит, у кого-то не выключен микрофон. So Rupa Goswami is describing how devotional service is available for all kinds of people, all races of people, all castes of people. There's no discrimination. И Рупа Госвами описывает, что преданность доступна всем, всем слоям общества без всяких различий в расах и... Go ahead, begin reading. В средние века после ухода великого спутника Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды, Браманы, священнослужители, провозгласили себя наследниками Нитьянанды, назвавшись кастой Госвами. Более того, они заявили, что практика и распространение преданного служения являются привилегией только их касты, которая стала называться Нитьянанда Вамши. В течение некоторого времени им удавалось искусственно поддерживать свой авторитет в обществе, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, могущественные Ачарьи из Сампрадаи Гаудия Вайшнавов, окончательно не разбил их доктрину. Борьба была ожесточенной, но завершилась полным успехом, и сейчас твердо установлено и подтверждено на практике, что преданное служение не ограничено рамками какого-то определенного круга людей. Более того, всякий, кто занят преданным служением, может считать себя достигшим высокого положения брахманы. Таким образом, борьба Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура за это движение увенчалась полной победой. All right. So, Prabhupada is giving us some of the historical background relating to the time of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and how after they departed, then there was a class of people who claimed they were descendants of Lord Nityananda. И здесь Шрила Рупа Госвами описывает, некоторые дают исторический экскурс. Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо большое. Дает исторический экскурс во времена Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, и затем он рассказывает о том, что было после их ухода. Now, Lord Nityananda did have a son. Lord Nityananda had one son, Virabhadra. He was a very great devotee, but he was a brahmachari. He never married. И у Господа Нитьянанды был сын, которого звали Вирабхадра. Он был брахмачари и никогда не был женат. So after Virabhadra, there was no seminal descendant. But there were other people who were maybe relatives, or they were servants, or they were living in the same village where Lord Nityananda had been living.
после Вирабхадры больше не было прямых наследников. Ну, были какие-то родственники, либо были люди, которые жили в той же деревне, что и Господь Нитьянанда. So these people claimed they are the descendants of Lord Nityananda, and they claimed that they are the acharyas for the Gaudiya Vaishnavas. Эти люди утверждали, что они потомки Господа Нитьянанды и также называли себя ачарьями вайшнавов. And they claimed that because they were the descendants of Lord Nityananda, that they were the ones who were actually qualified to continue the disciplic succession and to give initiation. Они утверждали, что поскольку они являются потомками Господа Нитьянанды, то именно они имеют право продолжить ученическую преемственность и давать инициации. So they called themselves as the Nityananda Vamshas, the descendants of Lord Nityananda. И они называли себя Нитьянанда Вамшами, потомками Господа Нитьянанды. So we have no objection to them preaching. We have no objection to them continuing to distribute devotional service, but they shouldn't think that they're the only ones who are qualified. И мы, Гуру Махарадж, would you repeat once again? We have no objection to them continuing to preach and to continuing to distribute to teach the science of devotional service. То есть мы не возражаем, что они продолжают учение Господа Читания и продолжают проповедовать духовную науку. But if they think they're the only ones who have the qualification to do this, then that's a big mistake. Но если они думают, что они единственные, кто может делать это, то они глубоко ошибаются. So it was Srila Bhaktivinoda Thakur and then Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati who opened devotional service to everyone. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур и Бхактивинода Такур открыли преданное служение для всех. Previously people were thinking that, you know, you had to take initiation, you had to hear from these people who were from the Nityananda Vamsas. They were the only ones who could explain devotional service. И раньше люди думали, что принять инициацию и слушать о преданном служении можно только от людей, которые являются Нитьянанда Вамшами, поскольку только они могут объяснить правильно преданное служение. But of course that is not according to scripture. There's no scriptural reference about this. И, конечно же, это не соответствует Священному Писанию, поскольку в них нет никаких упоминаний об этом. So by the powerful preaching of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he was able to establish that Vaishnavism is open for everyone. И благодаря усилиям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура стало возможным установить вайшнавизм повсюду. And it does not matter what their birth is, they may not be born in a Brahmana family, that does not matter. И не имеет значения, в какой семье родился человек, в брахманической или нет. Because anyone who's engaged in devotional service is already at the position of being a Brahmana. Поскольку каждый, кто занимается преданным служением, уже находится на положении, занимает положение Брахмана. Okay, go ahead. Только благодаря ему сейчас каждый, в какой бы части света или части Вселенной он ни родился, может стать Гауди Вайшнавом. Чистые Вайшнавы занимают трансцендентное, а следовательно, самое высокое положение в этом материальном мире. То есть гуна благости для них уже пройденный этап. Начатое нами движение сознания Кришны в западном мире основано на названном принципе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, нашего духовного учителя. Опираясь на его авторитет, мы принимаем в члены движения людей из всех сословий стран Запада. Так называемые брахманы заявляют, что человек, нерожденный в семье брахмана,
не может получить священный шнур и стать настоящим вайшнавом. Но мы отвергаем эту теорию, так как ее не подтверждают ни Рупа Госвами, ни богооткровенные писания. So the failure of the Varnashram system in India was because people claimed it simply by birth. И система Варнашрамы в Индии основана на рождении людей. But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Chaturvarna Mayashristam Guna Karma Vibhagasha. Krishna says he created the divisions of society based on guna qualities and karma, work. He did not say birth. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что он создал сословия в обществе на основе гуны и кармы, работы. Здесь нет ничего здесь не говорится о рождении. There are divisions of society. We know there are the intellectual kind of people, like a brahmana. There are the administrators, like the vaishya, like the kshatriya. There are the business class of people, like the vaishya, and there are the workers, the sudras. И мы знаем, что сословия общества делятся на следующие: интеллектуальные люди, брахманы, администраторы, кшатрии, бизнесмены, это вайши, и рабочий класс, это шудры. However, the basis of this division of society is on their work and their qualities, not their birth. Однако разделение на эти сословия, они основаны на работе, а не на рождении, на качествах. But those people who happen to take birth in a brahmana family, they claim they are the real brahmins because their father was a brahmana. They say they are also brahmana. Однако люди, которые рождаются в семье брахманов, утверждают, что они также являются брахманами, поскольку брахманом был их отец. This is not supported by the scriptures anywhere. Но это не подтверждается священными писаниями в любом случае, нигде. So when Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati began to initiate people and give them even Brahman thread signifying their second birth, then the people who were Brahmins by birth, they objected. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур начал давать инициации и даже давать людям брахманические шнуры, то те люди, которые были брахманами по рождению, начали выдвигать возражения. They claimed the birth had, you have to have the birth, you have to be born in the brahmana family to get the brahman thread. Они утверждали, что для того, чтобы получить брахманический шнур, необходимо быть брахманом по рождению. But they do not do the work of the brahmana, they do not have the qualities of the brahmana, but they say we are the brahmanas by birth. Они не выполняли деятельность, которую должны выполнять брахманы, они не имели качеств брахмана, но они утверждали, что они являются брахманами по рождению. So, the scriptures do not support this teaching. Но священные писания не поддерживают такого рода учения. Rather, the scriptures say anyone can become a brahmana if they're properly initiated and trained, then they can become brahmana. И в противоположности этому священные писания говорят, что каждый может стать брахманом, если он инициирован и правильным образом обучен. We know when Bhaktisiddhanta Sarasvati sent people to Europe to preach, they were asked, what do we need to do to become brahmanas? И мы знаем, что когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур отправлял людей в Европу, чтобы проповедовать, они спрашивали, что мы должны делать, чтобы стать брахманами. So the reply was given, you want to become a brahmana, you have to eat, you have to give up eating meat, fish and eggs, you have to give up illicit sex, you have to give up gambling, and you have to give up intoxication. И
Ответ был таков, что если вы хотите стать браманами, то вы должны перестать есть мясо, рыбу, яйца, заниматься незаконным сексом, перестать играть в азартные игры и принимать интоксикации. So that is the minimum qualification to become a brahmana. Это минимальная квалификация, чтобы стать браманом. And that is the qualification of the mode of goodness. If you follow these regulative principles, then you can come to the mode of goodness very easily. И таковы же качества и квалификация гуна благости. Если вы будете соблюдать эти принципы, то вы очень быстро сможете достичь гуна благости. So this is all being taught in the scriptures, and it's all been explained by Rupa Goswami, and it was taught also by Srila Prabhupada. И все это очень подробно описано в священных писаниях. Также этому учил Шрила Рупа Госвами и Шрила Прабхупада. Read more. Шрила Рупа Госвами особенно подчеркивает, что каждый человек от рождения имеет право заниматься преданным служением и стать сознающим Кришну. Он приводит многочисленные свидетельства различных писаний и особо выделяет отрывок из Падма-пураны, где мудрец Васиштха говорит царю Дилипе: «Дорогой царь, право заниматься преданным служением есть у каждого, как и право совершать омовение по утрам в месяц Магха, декабрь-январь». Еще одно подтверждение этому приводится в Сканда-пуране, в разделе Каши-канда. В стране Майюра-дваджа людей низкой касты, считающихся ниже шудр, также посвящают вайшнавский культ преданного служения. И когда они, соответственно, одеты со знаками тилака на теле, бусами на шее и четками в руках, они выглядят так, будто спустились с Вайкунтхи. Поистине, они выглядят такими прекрасными, что обычные брахманы не идут с ними ни в какое сравнение. Alright, so now we're getting some scriptural evidence about how anybody can become a brahmana. И здесь у нас есть подтверждение священных писаний о том, что каждый может стать браманом. First quotation comes from Padma Purana, where the great sage Vasishtha is telling the king that anybody has the right to do devotional service. И первая цитата приводится из Падма-пураны, в которой великий мудрец Васиштха говорит царю о том, что каждый имеет право заниматься преданным служением. And he gives an interesting example. He said, just like everyone has the right to take bath early in the morning in the month of Magh, in the month of January or February, or December, January. Интересный пример. Он сравнивает это с правом совершать омовение рано утром в месяц Магха, декабрь-январь. So we know December, January, that's the coldest time of the year generally, at least in India and Bharatvarsh. It's the coldest time of the year. И мы знаем, что месяц декабрь-январь — это самые холодные месяцы в году, даже в Индии, в Бхаратварш. So most people will be reluctant, they won't be willing to take early morning bath at that time of the year. И многие люди не очень-то хотят принимать омовение ранним утром в это время года. In other words, not everyone wants to become a brahmana. Другими словами, не каждый хочет стать брахманом. Because there may be some bodily inconvenience in trying to become a brahmana. Поскольку они встречаются с какими-то телесными неудобствами в попытках стать брахманами. There will be some austerities required, and most people don't like to do austerity. Для того, чтобы стать брахманом, требуются аскезы, но не все люди их любят. Just like when we tell people, you have to be a vegetarian, you have to give up illicit sex, they run away. Oh no, I cannot do it. Это подобно тому, когда мы говорим людям, ты должен стать вегетарианцем, перестать заниматься незаконным сексом, и они тут же убегают. Я не хочу делать этого, говорят. So we should understand, although anybody can become a brahmana, not everyone wants to become a brahmana.
И здесь мы должны понять, что хотя каждый может стать браманом, но не каждый этого хочет. And not everyone is willing to accept the austerities which are required for becoming a brahmana. Не каждый может принять те аскезы, которые необходимы для того, чтобы стать браманом. And then he goes on to give another reference from the scripture, which describe about people who are very, by birth, they're very considered very low class. И также приводится еще одна цитата из священных писаний, которая описывает людей низшей касты. It's described that they're less than sudras, so they're outside the varnashram system. Говорится, что они даже ниже, чем шудры, то есть они находятся за пределами системы варнашрама. Just like myself and you also, we're outside the Vedic culture. We're considered, you know, malechers. We're low birth. We're low born because we're not born in the varnashram system. И эти люди, такие как я, такие как вы, поскольку мы считаемся даже ниже шудр, мы считаемся млечхами, поскольку мы родились за пределами вайшнавской культуры. So here's the reference to this particular race of people who are a bit like us, that they were also initiated as devotees. И здесь приводится цитата, в которой говорится, что люди такой низшей касты, такие как мы, они также принимали посвящение. So it's described that once they're initiated and they put tilak on their body and they have beads in their hands and round their neck, then they look like they're from Vaikuntha. Здесь описывается, что когда они принимали посвящение, они были соответственно одеты, наносили тилаки на тело и соответственно брали четки в руки и бусы на шее, и они выглядели, как будто они спустились с Вайкунтхи. Okay, go ahead. Таким образом, вайшнав автоматически становится браманом. Эту мысль поддерживает и Санатана Госвами в своей Хари Бхакти Виласе, являющейся руководством для вайшнавов. В этой книге он утверждает, что любой человек по всем правилам, посвященный вайшнавский культ, безусловно становится браманом. Это также верно, как то, что металл под названием камса, колокольный сплав, смешанный с ртутью, превращается в золото. Истинный духовный учитель, выполняющий указания авторитетов, может обратить вайшнавский культ любого, так что тот естественным образом достигнет самого высокого положения, положения брахмана. So now another evidence is given from the scriptures, and this one is very well known, often used, and it's a quotation from Sanatana Goswami's book Hari Bhakti Vilas. И также здесь приводится еще одно доказательство из священных писаний. Это очень всем известно, хорошо известная всем цитата из книги Санатана Госвами Хари Бхакти Виласа. So Sanatana Goswami was a direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he was instructed by Lord Chaitanya for, I think, 30 days in the city of Benares. И Санатана Госвами был прямым учеником Господа Чайтани, и он получал наставления от Господа Чайтани в течение 30 дней в Бенарасе. And Lord Chaitanya instructed Sanatana Goswami to write a book about the behavior and the proper etiquette for Vaishnava. И Господь Чайтани дал Санатана Госвами наставление написать книгу, которая бы описывала должное поведение Вайшнава. So this book is considered like a guide or a handbook for the Vaishnavas. И эта книга рассматривается как практическое руководство вайшнавов. So Sanatana Goswami quotes evidence from revealed scriptures, and he says that anybody can become a brahmana. И Санатана Госвами приводит цитаты из священных писаний, в которых говорится, что каждый может стать браманом. An example is given. They say it says just like bell metal can be made into gold.
И здесь приводится пример. Это подобно тому, как колокольный сплав можно превратить в золото. And the process is quite difficult. You have to use mercury. И процесс достаточно сложный. Для этого превращения вы должны использовать ртуть. Mercury is highly poisonous. И ртуть, она очень токсичная. So you can understand the process of making gold is it's not very easy. То есть мы должны понять, что процесс превращения чего-либо в золото не очень прост. But it's possible, it can be done. Но он возможен, и это можно сделать. So in the same way, anyone can become a brahmana. It's possible. Тем же самым образом, каждый может стать брахманом. Это возможно. They have to be trained by a bona fide spiritual master, and they have to accept the initiation. Этот человек должен быть хорошо обучен авторитетным духовным учителем и иметь инициацию. So again, you can see the example was given to indicate that it's not such an easy thing to bring people to the Brahmana platform, but it's possible. То есть мы видим, что не так-то просто поднять людей на уровень Брахмана, но это возможно. All right, go ahead. Однако Шрила Рупа Госвами предостерегает, что даже если человек по всем правилам получил посвящение от истинного духовного учителя, он не должен думать, что на этом его миссия окончена. И после посвящения он должен неукоснительно соблюдать все правила и ограничения. Если после принятия духовного учителя и обряда посвящения такой человек перестает следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения, он вновь падет. Необходимо все время быть начеку и постоянно помнить, что мы являемся неотъемлемыми составными частицами трансцендентного тела Кришны. И наш долг, как неотъемлемых составных частиц, служить целому Кришне. Оставляя служение Кришне, мы вновь падем. Другими словами, просто получить посвящение еще не значит достичь уровня настоящего брахмана. Для этого необходимо еще исполнять свой долг и очень строго следовать всем регулирующим принципам. So Srila Prabhupada is making the point that it's not enough just simply to be initiated. Some people think because they're initiated, that is perfection, that's enough. И здесь делается акцент на том, что еще недостаточно, Шрила Рупа Госвами говорит, что еще недостаточно получить инициацию. Некоторые люди думают, что они достигли совершенства, получив посвящение, но это не так. Sometimes people think because they got initiation, they don't need to do anything more, they don't need to chant anymore, they don't need to come to program anymore. They're already back to Godhead. Иногда люди думают, что поскольку они получили инициацию, то им больше не нужно повторять, им не нужно ходить на программы. Они думают, что они уже готовы вернуться обратно к Богу. So this is very wrong. We should understand initiation simply means the beginning of the process. И это в корне неправильно, поскольку мы должны понимать, что посвящение — это лишь начало процесса. One has to follow very carefully all of the rules and regulations. Человек должен очень строго следовать всем правилам и предписаниям. And one should be engaged in the devotional activities, like hearing and chanting. И человек должен заниматься преданным служением, такими его видами, как слушание и воспевание. Just because we've been initiated, and we may even be twice initiated, it doesn't mean that we must, it's guaranteed that we will go back to Godhead. Not at all. И если мы имеем посвящение, или даже два посвящения, это не значит, что мы вернемся обратно к Богу. Это не гарантирует этого вовсе. A person will be, if a person is not following strictly the rules and regulations, then he is fallen. He is a fallen soul. Если человек не следует строго всем правилам и предписаниям, то он падший душа.
He's in the material world and he's under the material energy. He's not at all transcendental. Он находится в материальном мире, он полностью находится во власти материальной энергии. Он вовсе не трансцендентен. So it's very important that once one is initiated, he will follow more strictly. He will be more careful to keep all the principles and do all the activities which a devotee is supposed to do. И для тех, кто получил инициацию, это даже более важно, очень строго следовать всем правилам и заниматься деятельностью, которой должны заниматься преданные. But if one thinks, I'm initiated, I have a Brahman thread, and then you again take up sinful activities, eating, drinking, womanizing, then you're very fallen. You cannot think yourself still to be devotee. И если человек имеет брахманический шнур, и он начинает заниматься греховной деятельностью, пить или бегать за женщинами, то он становится очень падшим. So sometimes people would be upset that Srila Prabhupada had initiated and given the sacred thread to people from outside the Vedic culture, like Westerners. И иногда люди очень недовольны тем, были недовольны тем, что Шрила Прабхупада давал инициации западным людям, которые находятся за пределами ведической культуры. And if the devotees who have been initiated and given the sacred thread, if they go back to the bad habits again, then it's very disgraceful and it brings a bad name to the Krishna consciousness movement. И преданные, которые после получения инициации снова начинают заниматься какими-то греховными вещами, то они очень дискредитируют и несут плохую славу движению сознания Кришны. Of course, if somebody wants to give up Krishna consciousness and simply go away, then that's their choice. Конечно, если кто-то просто бросает сознание Кришны и просто уходит, это их путь, их выбор. But if one continues to associate and pretend that he's a devotee, when they're not fallen, when they're not following strictly, then it's not good. Но если кто-то продолжает общаться с преданными, и несмотря на всю ту деятельность греховную, которую он занимается, то это не совсем правильно, это нехорошо. Go ahead. Фактически, Шрила Рупа Госвами говорит также, что тому, кто систематически занимается преданным служением, падение не грозит. Однако, если по воле случая вайшнав все же падает, ему не нужно выполнять праяшчиту, обряд покаяния. Нарушившему принципы преданного служения для искупления не нужно проходить через обряд праяшчиты. Чтобы восстановить свое положение, ему достаточно просто следовать правилам, регулирующим принципы преданного служения. Таково таинство вайшнавского культа бхакти. So Srila Prabhupada is explaining, first of all, that if we follow carefully, we follow the program, then we won't fall down, we'll be protected from Maya. Srila Prabhupada говорит, что если мы следуем системе, то мы будем защищены от падения, мы будем защищены от Майи. If we keep ourselves always busy in Krishna conscious activities, then there will be no time for Maya. We will not fall. Если вы будете все время занимать себя преданным служением, то не будет просто времени для Майи. But if somebody does fall, then the process to again take up devotional service is simply to continue again with the program of devotional service. Но если все же кто-то пал, то процесс возвращения к преданному служению очень прост, нужно просто его продолжать. One may think that because one's fallen down and did something wrong,
He may think he has to do some atonement or prayaschit to make up for it. Если кто-то может думать, что если кто-то пал, то ему необходимо пройти какой-то обряд или проящит, как это называется, чтобы восстановиться. Yeah, the atonement, just like if we do something wrong, we may be punished, we're given a punishment, maybe you told, maybe you have to fast for a day, or maybe you have to take a vow not to speak for a day, or do some, or you have to give some charity to make up for what you did. И, допустим, если человек совершает какой-то неблагонравный поступок, то он должен искупить его, допустим, поститься в течение одного дня или дать обет не говорить, не разговаривать в течение одного дня, либо совершить какое-то пожертвование. The atonement would be different for different levels of sin, depending on how serious the sin was which you performed. There would be different levels of sin. И искупление грехов будет зависеть уровень. Искупление греха будет зависеть от уровня совершенного греха. You do something very sinful, then you maybe get a much heavier punishment. You have to give a lot of money in charity, or you have to be silent for a long time. Если кто-то, допустим, очень греховен, то, соответственно, он должен больше денег пожертвовать или давать обет молчания на более длительное время. But Srila Prabhupada is describing the mystery of devotional service is that you just simply have to continue devotional service. Но Шрила Прабхупада описывает всю мистерию преданного служения. Она заключается в том, что если вы пали, то вы просто должны продолжить. You fall down, you break the principles. You've broken the principles. What do you need to do to get back in? You need to start following the principles again and continue with greater determination. И если вы пали, то есть вы нарушили принципы, что нужно делать, чтобы вернуться обратно? Для этого нужно просто начать снова следовать этим принципам с великой решимостью. One has to be very regretful. One has to feel very bad that he did not follow the principles, that he broke the principle. И человек может чувствовать себя очень плохо от того, что он нарушил какие-то принципы. And one has to be determined not to again fall down. И этот человек должен исполниться решимостью снова не упасть. And in this way one can correct his mentality, one can become situated, steady in devotional service. И у человека должен быть такой менталитет, что он должен стать очень стабильным в своем преданном служении. If we follow strictly, then the activities which we do will protect us from falling again. Если мы следуем всему очень строго, то деятельность, которой мы занимаемся, будет нас защищать от падения. Go ahead. Фактически, есть три пути достижения уровня духовного сознания. Они носят название кармы, гьяны и бхакти. Ритуалы являются составной частью кармы. Эмпирические рассуждения входят в состав гьяны. К тому же, кто принял бхакти, преданное служение Господу, не нужно заниматься кармой или гьяной. Уже объяснялось, что чистое преданное служение не имеет ни малейшего оттенка кармы или гьяны. Бхакти должна быть полностью свободна от примеси эмпирического философствования или обрядовости. So when we began our study of the nectar of devotion, Rupa Goswami began by giving a definition of pure devotional service. В самом начале нектара преданности Рупа Госвами дает различия в уровнях преданного служения, дает определение преданному служению. And he explained, anyabilasita sunyam jnana karma dhyana vritam.
that in pure devotional service there is no tinge of fruitive activity and there's no desire for liberation. И он говорит, что в чистом преданном служении нет примеси деятельности ради результатов и желания освобождения. When we do karma activities, karmic activities, it is to enjoy the results, and we want to get some good result for our sense gratification. Когда мы занимаемся кармической деятельностью, то мы наслаждаемся ее результатами, и мы хотим получить какой-то хороший результат этой деятельности ради чувственных наслаждений. In the Vedas, it even describes how one can do karmic yagya, do some ritualistic process by which we can be elevated to the heavenly planets. И в Ведах описываются специальные ритуалы, как провести определенные яги, чтобы возвыситься до райских планет. So some people are very eager. Their desire is to go to the heavenly planets and to enjoy the long life and the opulence there, the opulence of heaven. И некоторые люди, они одержимы желанием достичь райских планет, чтобы наслаждаться долгой жизнью и богатством там. Some people just simply want a better condition of life in this world, on this planet. Некоторые люди хотят просто каких-то лучших жизненных условий на этой планете. But either way, the karmi, one who is doing karmic activities, is thinking to enjoy the world. Но в любом случае, те, кто занимается кармической деятельностью, они думают о наслаждении этим миром. And the Gyani, he's also trying to enjoy, but in a different way. He's trying to enjoy by going out of this world. И Гьяни тоже наслаждаются, но они наслаждаются по-своему. И это наслаждение состоит в том, чтобы выйти за пределы этого мира. So, as Prabhupada says, karmic activities generally involves ritualistic ceremonies by which one gets good karma. И Шрила Прабхупада говорит, что кармическая деятельность в основном содержит какие-то ритуалы и обряды, чтобы поддерживать эту карму. And for the Gyani, their process is speculation, trying to understand the absolute. They're thinking about what is the absolute, trying to understand by the strength of their mind. И деятельность, которой занимаются гьяни, это спекуляции. Они пытаются с помощью силы своего ума понять абсолют. So, devotional service has nothing to do with either of these processes. И преданное служение не имеет ничего общего с этими процессами. Go ahead. В этой связи Шрила Рупа Госвами приводит свидетельство из 11-й песни Шримад-Бхагаватам 21.2, где Господь Кришна говорит Удаве: «Разницу между добродетелью и слабостью можно описать так. Те, кто уже достиг высот в преданном служении, никогда снова не встанут на путь кармической деятельности или эмпирического философствования. Если человек неуклонно следует по пути преданного служения и придерживается регулирующих принципов, утвержденных авторитетными ачарьями, это самая большая добродетель». So this Rupa Goswami is now giving evidence to support the fact that devotional service is without karma and jnana. И здесь Шрила Рупа Госвами снова приводит подтверждение тому, что преданное служение не имеет ничего общего с кармой и jnаной. And he gives a verse from the 11th canto where Lord Krishna is instructing Uddhava. И он приводит стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, где Господь Кришна дает наставление Уддаве. Uddhava is the intimate associate of Lord Krishna. They were together a lot in Dwarka. И Уддава очень близок к Кришне, много провели времени в Двараке. And Uddhava was also sent by Lord Krishna to Vrindavan to see the gopis. Krishna также отправлял Уддаву во Вриндаван, чтобы увидеться с гопи. Lord Krishna wanted Uddhava to deliver a message to the gopis on his behalf. Кришна хотел, чтобы Уддава от его имени доставил гопи послание.
Now, Uddhava was a very great devotee himself, but he was not on the level of the gopis. И Удава был очень возвышенным преданным, но он не был на уровне гопи. And he was very, when Uddhava went to Vrindavan and met the gopis, he was very impressed to see their love and the absorption in Lord Krishna. И когда Удава пришел во Вриндаван, он был очень поражен той любовью и той поглощенностью Кришны, которую указывали гопи. And after meeting the gopis, Uddhava prayed that in his next life, in his next life, he would like to take birth as a blade of grass or a plant, just to be in Vrindavan, to get the dust from the feet of the great devotees who live there. И после встречи с гопи Удава молился о том, что если ты дозволишь, что в следующей жизни, пожалуйста, дозволь мне родиться травинкой во Вриндаване, чтобы я мог ощущать, как по мне ходят гопи. So in this verse, Lord Krishna is telling Uddhava that once a person is doing devotional service, then they have no attraction for karma or jnana. И здесь Господь Кришна в этом стихе говорит, что тот, кто занимается преданным служением, его уже не привлекают карма и джняна. They're simply sad. They're very. One who's doing devotional service is very happy to follow the regulative principles of bhakti yoga, and he doesn't want anything else. И тот, кто занимается преданным служением, он очень счастливо следует принципам бхакти йоги, и он не хочет больше ничего другого. He understands there's nothing better than being engaged in devotional service. Он понимает, что нет ничего лучше, чем заниматься преданным служением. Go ahead. Данное высказывание подтверждается в первой песне Шримад Бхагаватам 5.17, где Шри Нарада Муни советует Вьясадеве: «Даже если человек не исполняет предписанных ему обязанностей, сразу принимая прибежище лотосных стоп Хари Кришны, это не будет поставлено ему в вину, и при всех обстоятельствах он будет надежно защищен. И если, занимаясь преданным служением, он попадает под влияние дурного общения и падает или умирает, не завершив процесса преданного служения, то и тогда он не остается в проигрыше. Тот же, кто только исполняет предписанные обязанности своей варны и ашрамы, не помня при этом о Кришне, фактически не обретает того блага, которое доступно лишь в человеческой форме жизни. Смысл этого утверждения в том, что обусловленные души, которые как безумные заняты деятельностью ради удовлетворения своих чувств, не понимая, что это никогда не поможет им очиститься от скверного материального мира, получают награду только череду повторяющихся рождений и смертей. So another verse is given to support the nature of devotional service, and this is in relation to Srila Narada Muni instructing his disciple Vyasadeva. И следующее доказательство приводится из первой песни Шримад Бхагаватам, беседе Шрилы Нарады и со своим учеником Вьясадевой. So Vyasadeva had written many books, many wonderful scriptures, but he had not properly emphasized the importance of devotional service. И Шрила Вьясадева написал очень много замечательных и важных книг, но он должным образом не описал преданное служение. So because Vyasadeva had not emphasized devotional service, he did not feel any real satisfaction from writing all of the books which he had written. И поскольку Вьясадева не подчеркнул важность преданного служения, он не чувствовал удовлетворенности от написанных им книг. So Narada Muni is explaining to Vyasadeva that anybody who even they give up everything material to take up devotional service, there's no fault on their part. It's good that they tried to take full shelter of Krishna.
И Нарада Муни говорит, что даже если человек не исполняет должным образом каких-то предписанных ему обязанностей, то это все равно хорошо, потому что он пытается принять прибежище у Кришны. You know, some, we may have duties in the material world. We may have some education, and we're expected to use our educational qualifications to work and to earn money. У нас есть свои обязанности в материальном мире, у нас у всех есть какое-то образование, и ожидается, что мы будем использовать это образование в работе и в зарабатывании денег. And we may have some other responsibilities in material life, and we may give them up to just become a devotee. У нас также может быть какая-то ответственность в материальной жизни, но мы все это можем отбросить и стать, чтобы стать преданным. So Narada Muni said, there's no fault, because somebody is trying to do devotional service, that's very good. И Нарада Муни говорит, что в этом нет никакой ошибки, ничего плохого, поскольку если человек пытается заниматься преданным служением, то это очень хорошо. Now, even though the person who comes to devotional service may get in some, he may have spiritual difficulties. И даже если человек, который пришел к преданному служению, он может иметь какие-то духовные трудности. He may get bad association, and due to bad association, he gives up devotional service. Например, у него может быть плохое общение, из-за которого он может отстраниться от преданного служения. Or the person comes to Krishna consciousness and they get disease and they die. They didn't become perfectly pure devotee, and they didn't have enough time to practice to become a pure devotee. They die, so they didn't complete the process. Либо человек пришел к преданному служению, но заболел и умер, то есть у него не было достаточно времени, чтобы стать совершенным, чистым преданным. Он оставил этого тела, то есть не завершил процесс преданного служения. When I was in Malaysia, there was this young man, he was about 22 years old, and he had joined Krishna consciousness. He'd given up his studies, and he'd come to join Krishna consciousness. Когда я был в Малайзии, там был один молодой человек, ему было 22 года, и он бросил свою учебу и пришел в сознание Кришны. Well, he was really a very nice young man. He was from a broken family. His mother and father had divorced, and he'd seen the pain of the material world. И это был хороший, очень молодой человек. Он был из семьи, где родители развелись, и он знал, что такое боль материального мира. His father had gone off with another woman and left his mother with, you know, like three or four children, and he was one of the children. Его отец ушел к другой женщине и оставил его мать одну с тремя или четырьмя детьми, одним из которых был он. So he gave up his family life to become a devotee of Krishna. И таким образом он отбросил свою семейную жизнь, чтобы жизнь семьи, чтобы стать преданным Кришне. But then somehow he had some very serious health problem, and he died. Но потом каким-то образом у него возникла очень серьезная проблема со здоровьем, и он умер. And so there's no fault on his part. И there was no fault in his. The boy, the young man who died, he didn't do anything wrong. И этот человек, который умер, он не сделал ничего плохого. Rather, he made the best use of whatever time he had in that body for the service of Krishna. Однако он использовал все возможности своего тела ради служения Кришне. Он задействовал его наилучшим образом. But if somebody just stays in the material world and they're very good in their family life and they're very good in their work, what good is it
it's all material. They're all going to stay in the material world. They have to take birth again. They're not going to get free of birth and death. Но если кто-то остается в материальном мире, наслаждается семейной жизнью и работой и так далее, что в этом хорошего? Он просто находится в мире рождения и смертей. Right? The human life is not meant for just having happy family life. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы иметь просто какую-то счастливую семейную жизнь. Human life is an opportunity to get free of birth and death. Человеческая жизнь — это возможность для того, чтобы освободиться от рождения и смертей. So we have to recognize that responsibility of the human body. И мы должны осознать эту ответственность на нахождение в человеческом теле. All right, we will stop now. Здесь мы остановимся. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes. Извините, мои поклоны смиренные. Всеслава Чили Прабхупаде. Продолжение темы, да, расскажу. На самом деле, в лекциях очень говорят о стандартах и ограничениях. Бояться напугать преданных. Не просто встретить преданных, которые строго всему следуют и говорит об этих стандартах другим. И таких преданных, как правило, не любят сейчас. Как быть? Где вдохновляться? Где хватает таких решительных и энтузиастичных, строгих преданных? Hare Krishna, Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada, blessings of manifold blessings. Guru Maharaj, in fact, standards and restrictions are very rarely discussed in the lectures today. People are afraid to scare the devotees. It's not easy to meet a devotee who strictly follows everything and talks about these standards to others. And such devotees are generally disliked now. What should we do? How to be inspired? And there is a lack of such determined, enthusiastic, and strict devotees. Thank you. Well, we have to begin with our own self. We have to become the example of enthusiastic and strict devotees. If we start to follow, others will start to follow you. И в этой ситуации мы должны сами стать примером тех преданных, которые строго следуют и наполнены энтузиазмом. И если вы будете начнете это делать, то другие начнут делать это за вами. We have to create the mood. You have to create the interest. Вы должны создать настроение, должны создать интерес. Srila Prabhupada went to the West. There was nobody enthusiastic and strict in following. But Srila Prabhupada created the interest to follow. И когда Шрила Прабхупада отправился на Запад, то там не было ни одного человека, кто бы строго чему-то следовал или у кого-то был очень интерес, энтузиазм. Шрила Прабхупада создал этот интерес следовать всему. So we have to understand that there's a great need for this. That we have to preach without compromising. We cannot change the philosophy just to suit the minds and the desires of materialistic people. И мы должны понимать, что в нашей проповеди есть очень большая необходимость, и мы должны проповедовать без всяких компромиссов, не желая, чтобы людям было что-то комфортно. If we follow strictly, then other people will be impressed. They may also want to follow you. Если мы будем строго следовать, Srila Prabhupada makes it very clear what is the standard. We have to come up to that standard. The Krishna consciousness movement is very unique. We do not see in other spiritual movements that they have these kind of rules and principles. Движение сознания Кришны, оно очень уникальное, и мы видим, что
такого рода правил и принципов. Everywhere the people have compromised, have brought everything, lowered the standards just to facilitate the sense gratification of the people. И мы видим, что во многих организациях понижают стандарты, чтобы как-то способствовать наслаждению чувств людей. So if even only one person follows strictly, then the Krishna consciousness movement is successful. Если даже один человек строго следует всем правилам, то сознание Кришны успешно. What is the use of having many stars in the sky? Better one moon. One moon will light up the whole sky, but many stars, that's no good. Что толку иметь множество звезд на небосклоне, и всего одна луна, она освещает все небо, но от звезд нет никакого толку. So better one pure devotee than millions of other people who are not pure. И лучше уж один чистый преданный, чем миллионы других людей, которыми чистыми не являются. One pure devotee can do wonders. They can change the world. И один чистый преданный может сделать намного больше. Он может изменить весь мир. But millions of others who are not following strictly will do nothing. Но миллионы других, которые не следуют очень строго, они ничего не смогут сделать. So our own example, don't worry about the numbers, just be convinced yourself that what you're doing is right. Поэтому дайте людям свой собственный пример, смотрите, что вы делаете сами. Any other question? Есть ли другие вопросы? Матаджи. А можно, да, вопрос задать? Я хотела поблагодарить Махараджа за лето. Это Махтитлев, Владивосток. И приношу свои поклоны. И у меня такой вопрос. А что значит стать строго преданной? Простой вопрос, кажется, но... Anastasia from Vladivostok, please accept my obeisances. Maharaj, my question is, what does it mean to become a strictly devotee? Anastasia? Yeah. Uh-huh. What does it mean to become a strict devotee? Yeah. Well, a strict devotee means that we will chant 16 rounds faithfully every day, and we will also follow the four regulative principles. И стать строгим преданным, это значит, что мы читаем регулярно 16 кругов каждый день и следуем четырем регулирующим принципам. That is the basic standard of devotional service. Есть базовый стандарт преданного служения. Now, Prabhupada explains there are two parts to the Krishna conscious lifestyle. Шрила Прабхупада объяснял, что есть две части жизни в сознании Кришны. One part is just like in Astanga Yoga, Astanga Yoga begins with Yama and Niyama. So Yama is the things which we don't do, and Niyama is the things which we do. И знаете, одна часть похожа на Астанга Йогу, которая связана с принципами Ямы и Ниямы. И Яма — это то, что мы не делаем, а Ниама — это то, что мы делаем. Right. So what we don't do, we don't eat meat, fish and eggs, we don't take intoxication, we don't gamble, and we don't have illicit sex. И
те вещи, которые мы не делаем. Мы не едим мясо, рыбу, яйца, мы не занимаемся незаконным сексом, мы не играем в азартные игры и не принимаем интоксикации. And the things which we do, we worship Krishna. We cook food, we offer it to Krishna. И вещи, которые мы делаем, это то, что мы поклоняемся Кришне, мы готовим еду и предлагаем ее Кришне. And we chant the Hare Krishna mantra every day, a fixed number of rounds, 16 rounds, try to chant. And then we have to also read scriptures. И мы также повторяем фиксированное количество кругов мантры каждый день, 16 кругов, и также мы читаем священные писания. So like that, read the books about Krishna, worship Krishna, and chant the names of Krishna. Зачитайте книги о Кришне, поклоняйтесь Кришне, воспевайте имена Кришны. That is a good devotee, steady devotee. Таков хороший, очень строгий, преданный, стабильный преданный. So, is Anastasia, is she a steady devotee? Анастасия, вы стабильный преданный, утвердившийся? Анастасия, вы стабильный, утвердившийся преданный? Да, по вашей милости вы просили в письме, и я достигла уже этого уровня и очень счастлива. Yes, thank you for mercy. You asked me this in your letter, so I just came to this level. Thank you very much. So. Единственное, что какие трудности у меня возникают, это с регулярным чтением книг. Пока нет такого сильного вкуса, вот чтобы я стабильно и регулярно читала. И мне бы очень хотелось развить регулярное чтение. But there is one point, there is no regular reading. I don't read books regularly, and I want to do this every day very much. Very good. Yes, you should do it every day. You and your husband, you should sit together and you should read every day. Да, вы должны это делать. Вы должны с вашим мужем садиться каждый день и читать. Right. Try to maybe make a program before you go to sleep in the night or when you first wake up in the morning. Some devotees, they like to do it very first thing when they wake up in the morning, they will read. Grab a book and they will read. Допустим, вы можете сделать какую-то программу перед сном себе, да, прочитать книги. Либо многие преданные, допустим, встают утром, рано утром и читают книги. I know probably you're very busy in the daytime, many things to be done, cooking and cleaning and shopping. And so maybe first thing in the morning you can read. Да, я знаю, что вы можете быть в течение дня очень заняты, там готовкой, уборкой и всем прочим, но рано утром можно встать и почитать. And some people, they also enjoy to read last thing before they sleep in the night, they will read. Некоторые люди, допустим, также любят что-то перед сном почитать. We like to read especially the Krishna book, to read about the pastimes of Krishna. Особенно мы любим читать книгу о Кришне, почитать об играх Кришны. And if you read the Krishna book before you go to sleep, then at night you can dream about Krishna. Если вы читаете книгу о Кришне перед сном, то тогда вам будут сниться сны о Кришне. So you please try to do this. It will be very pleasing to me. Пожалуйста, пытайтесь сделать это. Это очень меня порадует. And я буду стараться. I'll try. Thank you very much. Very happy. Very glad to hear from you.
Спасибо большое, очень рад вас слышать. Хари Кришна. Хари Кришна. Next question? Yeah. There is a question from chat. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Считается, что вайшнавы своими действиями не должны создавать беспокойство в обществе. Однако мы знаем, например, что Господь Чайтанья организовал движение гражданского неповиновения, тем самым создав в социуме значительное беспокойство. Харидас Тхакур тоже сильно обеспокоил свою мусульманскую среду, когда стал последователем Господа Чайтаньи. Когда мы пытаемся подать пример строгого следования стандартам, когда об этом говорится в проповеди, преданные могут считать это беспокойством для себя. Где грань между необходимым и нужным беспокойством, и в каких случаях мы не должны бояться обеспокоить общество? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. It's believed that Vaishnava should not create any disturbance in society by their actions. However, we know that, for example, Lord Chaitanya organized a civil disobedience movement, thereby creating considerable social unrest. Haridas Thakur also greatly disturbed his Muslim community when he became a follower of Lord Chaitanya. Whereas the line between necessary and unnecessary work, and in what cases should we not be afraid to disturb society? Oh. Well, you have to be guided by spiritual leaders. В таком случае вас должны вести духовные лидеры. Just like in England, at one point the government were trying to close down our temple. Да, допустим, в Англии был такой случай, что правительство хотело закрыть наш храм. And we had to make a big protest, and we had to go to many courts and went through many different courts, and still we were not successful, we were losing. И мы вынуждены были тогда начать ходить по судам и выдвигать различного рода претензии, но и процесс этот до сих пор идет, и мы все еще находимся в проигрыше. But we kept fighting. And somehow we got a lot of public support, and we came out victorious. Но так или иначе, продолжая заниматься этим, мы получили очень много поддержки от общества, и мы вышли в итоге из этого победителями. So. We like to preserve our Krishna consciousness movement to protect our rights to practice our own religion. И мы должны движение сознания Кришны защищать свои собственные права, защищать свою собственную религию. You give the example of Haridas. See, Haridas was already his whole life practically he'd been with Hindus. He, from a very early age, he had been with Advaita Acharya. И вы привели пример Харидаса, то есть, а он практически всю свою жизнь находился рядом с хинду, с великими ачарьями. But still, the objection is because there's Islam law. Under Islam law, one cannot change, give up Islam to go to another religion. Но все-таки были какие-то возражения, поскольку был мусульманский закон, который не позволял человеку переходить в другую религию. So this was a big problem for Haridas, and he was punished, he was beaten in marketplaces. И это была большая проблема для Харидаса, и он был наказан за это, его избивали на рыночных площадях. But fortunately, by the grace of Krishna, he could survive
and he could continue his Krishna consciousness. Но к своей удаче, благодаря Кришне, он смог выжить и продолжить свое сознание Кришны. So we have to consider everything very carefully. What is the cause which we're fighting for, and what is the situation? То есть мы должны рассмотреть все очень, оценить все очень внимательно. Какова причина, какова ситуация сама? In some situations, it may not be possible to oppose and to resist the society, resist the government, or resist the public opinion. И в некоторых ситуациях мы не можем выступать против общественного мнения либо выступать против правительства. It's going to be different. It depends on time, place, and circumstance. Это может стать очень сложным, и все зависит от времени, места и обстоятельств. Under the leadership of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he could bring about great social reform. И под руководством Господа Чайтаньи Махапрабху произошла большая социальная реформа. And we see also how Bhaktisiddhanta Sarasvati brought about social reform by giving the Brahmin thread to other people. И мы также видим, что Бхактисиддханта Сарасвати провел большую реформу, дав людям брахманический шнур. So where there's a deviation from the scriptures, then there's an opportunity to, the devotees, we have a duty to try to re-establish what is the proper standard. И если есть какие-то отклонения от священных писаний, то мы, if there is a deviation from scriptures, then what? We have to bring things to the proper standard. What is the actual proper standard? Если есть отклонение от священных писаний, то мы должны привести все к должному стандарту. So the reform comes about with our own self. We have to be the proper standard. We have to show the proper standard. Если грядут какие-то реформы, то мы должны показать правильный стандарт. It's no good. It's not enough just simply to talk and to do something else. И недостаточно просто что-то говорить или делать что-то еще. You brought up a topic which is a very big topic, a very difficult topic. We have to be very careful about how we would implement our path, how we would involve ourselves in these things. И мы должны быть очень осторожными, очень внимательно смотреть, как, насколько мы вовлекаемся, каким образом мы вовлекаемся во все эти вещи, как это сделать правильно. Но Prabhupada at one point he had the Gurukula established, and there was a Gurukula in USA in the city of Dallas. Как Шрила Прабхупада организовал, учредил Гурукулу в Соединенных Штатах, в Далласе. But eventually Prabhupada saw that there was so many difficulties and so much resistance that he decided better just move everything to Vrindavan, to India. Но Шрила Прабхупада увидел, что там очень много трудностей возникает в связи с этим проектом и очень много сопротивлений, и поэтому он перенес все это во Вриндаван. Because he saw certain things which Prabhupada wanted the Gurukula to do, that it was not possible to do it in America. И поскольку Шрила Прабхупада хотел, чтобы в Гурукуле происходили какие-то определенные вещи, но все это невозможно было сделать в Америке. The public opinion, the general mood
of the government, the authorities, they did not approve, did not support. И общественное мнение, либо какие-то руководство в правительстве, какие-то авторитеты, они не давали поддержки этому сыну. So Prabhupada moved the Gurukula to Vrindavan. И поэтому Шри Прабхупада переместил эту Гурукулу во Вриндаван. So you have to consider the time, the place, the circumstances. Поэтому вы всегда должны рассматривать время, место и обстоятельства. And you have to consider the support. How many people are willing to support you in this? И вы же всегда должны обращать внимание на поддержку, то есть сколько людей желают поддержать вас. You can't have a revolution or make a reform without having a good support, a lot of people behind you and backing you. Вы не можете сделать революцию или какую-то реформу, не имея большого количества людей в качестве поддержки. All right. Any other question? Пожалуйста, я на ваш вопрос, Дмитрия. Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Ну, пока до меня очередь дошла, так случилось, что я получила ответы на все мои вопросы и немножко углубила свои вопросы, которые у меня были. И осталось у меня на сегодня два таких вопроса. Первый вопрос. Я поняла, почему я чему-то не следую. Ну, например, не пою утром Мангаларати. И это лень. И скажите, пожалуйста, как ее побороть? Who is this? This It's Елена Дмитриева from Владивосток. Лена вышла из Востока, да, по-моему? Yes, да. Yes, she is. Hare Krishna. And she's asking, the first thing I understood today that I'm lazy and because it's very difficult to me to get up very early and do my morning program. And the first question, how to get rid of this thing? How just give up this lazy mood? Well, you have to become more enthusiastic. Ну, вы должны стать более энтузиастичным. It's understandable, the winter time, especially there in Vladivostok, winter can be very severe, very cold. And so I can appreciate the difficulty in trying to wake up early. Да, конечно, в Владивостоке зимой очень холодно, и я понимаю, насколько сложно вставать рано утром. It's easy for me because I'm living in the temple, in an ashram, and you know, we have somebody comes around, they ring a big bell about 3:30 every morning. There's one man comes around the building ringing a bell 3:30 in the morning. I'm already up. But, you know, every morning the man comes around with the bell. Even if I wasn't up, when I would hear the bell, I would immediately get up. И, конечно же, для меня вставать раньше это гораздо легче, поскольку я живу в вашем прикраме, и здесь каждое утро человек, специальный человек в 3:30 обходит всю территорию со специальным колокольчиком и всех будет. Конечно, я к этому времени уже просыпаюсь, но даже если я не просыпаюсь, то услышав этот звук, я однозначно встаю уже, просыпаюсь, встаю. I don't know what time the sun rises there in the morning. Я не знаю, когда там солнце встает по утрам. Very late. At 7:30. About 7:30. Okay. So the sun rises late. You're supposed to be up before in time for Brahma Muhurta, 1.5 hours before sunrise. Солнце поднимается поздно, то предполагается, что вы встаете в Брахма-мухурту.
So usually Mangal Arati would be done, if the sun is rising 7:30, probably you could have Mangal Arati about 6 o'clock in the morning. И если, допустим, солнце встает где-то 7:30 утра, то Мангал Арати можно проводить часов 6. But Prabhupada would always talk about 4 o'clock in the morning. He said that everybody should be up by 4. Наш Прабхупада всегда говорил о 4 утра. Because of course in Vrindavan, in India, even in the winter time, it will be daylight by 6 o'clock. Выйти во Вриндаване, то есть там всегда уже в 6 часов уже очень светло. There may not be sun, may not be sunlight, but at least the sky will be, light. То есть может солнце еще не быть, но по крайней мере небо уже очень светлое. So we have the Mangal Arati, they have Mangal Arati every morning, 4:30. И поэтому они проводят Mangal Arati в 4:30. And you go to Mangal Arati, then your whole day will be auspicious. Если вы идете на Mangal Arati, то весь ваш день будет очень благоприятным. You go to Mangal Arati, and then you can sit down and you can chant Hare Krishna. You can do your japa. You have the quiet time in the day. In the early morning, things are more quiet and peaceful. It's the best time to concentrate on the holy name of Krishna. И затем после Мангал Арати вы садитесь и читаете джапу, и это то время дня, когда все находится в умиротворении. Это на самом деле лучшее время спокойствия и тишины, когда вы можете воспевать святое имя, прочитать вашу джапу. So, if you cannot get up yourself, it's a good thing to do, to go and stay in the temple and get up with all the people staying in the ashram. Или поэтому, если вы не можете поднять себя сами, то хорошо было бы пойти в храм и жить там где-то вашими, чтобы вместе с остальными людьми, которые живут там, это делать. Or you invite someone who gets up very early to come and stay with you, and they can wake you up in the morning. Либо вы можете пригласить кого-то к себе пожить, и такого человека, который будет очень рано по утрам вставать и будет будить вас. Or you have somebody call you every morning to wake you up. Либо, допустим, кто-то будет, допустим, звонить вам очень рано по утрам и будить вас. You put your alarm clock on the other side of the room from where you're sleeping. Либо кладите свой будильник куда-нибудь в дальний конец комнаты таким образом, чтобы он вас будил. It takes a little determination in the beginning, but once you become accustomed to it, it becomes a habit, and you just do it by nature, without thinking about it. Конечно, в самом начале это требует очень большой решимости и усилий, но потом это становится такой привычкой, традицией, и вам уже не нужно прикладывать так много усилий для этого. In the beginning of our Krishna consciousness movement, devotees, we didn't have much regulation, we didn't have any idea about how to have a morning program. И в самом начале, когда мы только становились преданными, у нас не было никакого понимания о том, как вставать рано по утрам, как делать эту утреннюю программу. But then Prabhupada sent a letter informing all the temples that this is the morning program, that you have to do this, you have to get up, everyone get up by 4 o'clock, then perform Mangal Arati at 4:30, and then chant japa, and then Srimad Bhagavatam class. Prabhupada wrote out the whole morning program. И затем Шрила Прабхупада разослал по всем храмам письмо, в котором была описана вот эта утренняя программа, что каждый должен вставать в 4 утра, и затем в 4:30 присутствовать на Мангал Арати, а потом
читать джапу и потом присутствовать на лекции по Шримад Бхагаватам. So desire is very important. Таким образом, желание очень важно. If you really want to do it, you can do it. Если вы действительно хотите этого, вы это сможете сделать. You've got to just make a point to get up. You've got to do your chanting, and the best time to do it is early in the morning. То есть вы без труда сможете вставать и воспевать, и лучшее время, чтобы это все делать, это рано утром. Even you don't take your bath in the morning, no problem. Даже если вы с утра не успеваете там принять душ, нет в этом никаких проблем. Just get up and start chanting. Просто вставайте и начинайте повторять. So, thank you very much, Guru Maharaj. I will try. Hare Krishna. Матаджи, у вас еще вопрос? Кришна, у меня был вопрос, связанный с тем, что 1 декабря начинается марафон Шрилы Прабхупады. И я хотела от Махараджа какое-то такое вдохновение получить, потому что я знаю, что распространение книг — это то, что как наш век почему-то очень-очень-очень говорится, что это очень важно. И вот у нас есть Бхактиврикша, и мы на том марафоне выходили, но, правда, всего один раз. А в этот раз хочется больше попробовать. Вот. И мог бы Махарадж передать вот это настроение важности и вот чтобы получить вдохновение на эту деятельность. Хари Кришна. There will be a marathon of Srila Prabhupada marathon on the 1st of December, and would you please give us this mood of importance of all these things, of distributing the books, and to in that case that we can get the inspiration from you for this activity. Thank you. Oh, okay. Yes. Well, distributing Srila Prabhupada's books is a very, very powerful, very important part of our Krishna consciousness movement. И распространение книг Шрилы Прабхупады очень могущественная, очень важная часть нашего движения сознания Кришны. I know I came to Krishna consciousness only after getting a book. Я пришел в сознание Кришны только после того, как у меня появилась книга. And I met many, many other devotees also who came to Krishna consciousness only after getting a book. Я видел также много-много других преданных, которые пришли в сознание Кришны только после того, как у них появились книги. So distributing Prabhupada's books to people is a very merciful activity. It helps many people to get an opportunity to know about Krishna. И распространение книг — это деятельность, это очень большая милость, потому что вы даете людям возможность узнать о Кришне. Krishna is in everyone's heart, but they don't know it. Кришна находится в сердце каждого человека, но люди об этом не знают. So if we can distribute Prabhupada's books, it will help them to come to know about Krishna. И если мы будем распространять книги Шрилы Прабхупады, то это поможет людям узнать о Кришне. So it's very important when we distribute Prabhupada's books that we want to be in the mood to make friends with people. И очень важно, когда мы распространяем книги, быть в дружелюбном настроении по отношению к людям. In the past, we had the experience sometimes devotees would distribute books and they would make enemies.
В прошлом у нас был такой опыт, что когда преданные распространяли книги, они таким образом становились врагами для людей. They would try to, you know, force people to take a book. They would force people to give money. Они пытались заставлять людей взять книги, пытались людей заставлять давать за это деньги. But we have to have the right mood in taking part in the Prabhupada Marathon, and the mood is that we want to give mercy to attract people to Krishna. И таким образом у нас должно быть правильное настроение во время марафона Шрилы Прабхупады, и правильным настроением является то, что мы хотим дать милость людям, милость Кришне. So we want to really try to go out there and make friends. Поэтому мы должны идти туда и стараться стать друзьями для людей. So we wish all the devotees good luck. We hope you can have a nice marathon. We hope you can meet many nice people and also distribute Srila Prabhupada's books. Поэтому мы желаем преданным, которые идут на марафон, всем удачи и желаем, чтобы вы встретили замечательных людей, которые с удовольствием возьмут эти книги Шрилы Прабхупады. I know last year Nanda Kumar Prabhu in Habarask, he had great success distributing books to people he knew. Я знаю, что в прошлом году Нанда Кумар и преданные из Хабаровска, у них был ошеломляющий успех, когда они распространяли книги среди людей, которые они уже знали. He would call people up. He had many different phone numbers of people, and he would call them up and talk to them, and he would get them to give some contribution and to get some books. Они звонили людям уже по тем телефонам, которые у них были, и разговаривали с ними, и таким образом распространяли книги, получали за них какие-то пожертвования. So during this pandemic situation, devotees in many parts of the world, they're finding new ways to distribute books. И находясь в этой ситуации пандемии, люди преданные находят различные способы, как распространять, новые способы, как распространять книги. Yeah, they distribute books by contacting people they know, friends of the temple or friends of a friend, and they call them up and they are able to distribute books. Они распространяют книги по контактам, которые у них уже есть, звоня людям по телефону, либо распространяют книги своим друзьям, либо друзьям своих друзей. Yeah, with this pandemic situation, people are more thoughtful about life, and they're looking for answers. They want to understand the problems of the world, and our books can give them a lot of help. И в ситуации этой пандемии люди пытаются как-то позаботиться о своем здоровье, и они ищут ответы на свои вопросы, и наши книги помогают им найти эти ответы и могут помочь людям очень сильно. Okay. Hare Krishna. Any other question? Еще вопросы? Are we finished, huh? There is a question from chat. Hare Krishna Guru Maharaj, значит ли, что если преданный не строго следует правилам и предписаниям, то его деятельность в сознании Кришны бесполезна как для него самого, так и для других преданных, даже если он старается стремиться к служению? Hare Krishna Guru Maharaj, does it mean that if a devotee doesn't strictly follow the rules and regulations, then his activities in Krishna consciousness are useless for him and for other devotees, even if he tries to
even if he tries and tries to serve. Thank you. Well, it means he's not on a very high level of Krishna consciousness if he cannot follow strictly. Если вы не можете чему-то строго следовать, то это значит, что это просто не очень высокий уровень сознания Кришны. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, even apicha sudaracharo bhajate mam ananya bhak sadure eva samantavya samyag vayavasitohisa, that even if a person is engaged in abominable activities, sinful activities, he has some habits which are sinful, but if he's situated on the boat of Krishna consciousness, then he will quickly become righteous. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что даже если человек занимается какой-то не совсем праведной деятельностью, то если он сидит в лодке преданного служения, то он быстро становится праведным. So we have some faults, we have some habits which are bad, which are not Krishna conscious, which are against our principles. What to do? Да, мы совершаем какие-то ошибки, у нас есть какие-то привычки, которые противоречат принципам сознания Кришны. We should hate ourselves, we should feel very disgusted that we're very attached to these sinful activities. И мы должны ненавидеть себя за это, должны быть, чувствовать разочарование, что мы чувствуем какую-то привязанность ко всем этим вещам. But at the same time we should be determined that I'm never going to give up Krishna. Но в то же самое время мы должны быть твердо убеждены в том, что я никогда не брошу Кришну. I'm never going to stop chanting. I'm never going to give up my attempt to be a devotee. И я никогда не перестану повторять, я никогда, никогда не перестану быть преданным. At the same time, I know I'm a very fallen soul. И в то же самое время я должен знать, что я очень падшая душа. And I really need to get the mercy of Krishna. И мне действительно нужно получить милость Кришны. So we don't want anybody to give up Krishna consciousness, but we don't like that you're doing all these sinful things either. Таким образом, мы не хотим, чтобы кто-то уходил из сознания Кришны, но мы также не хотим, чтобы человек занимался греховной деятельностью. So you have to make greater efforts to change. То есть вы должны приложить более серьезные усилия, чтобы измениться. It's certainly possible that we can give up these habits, these sinful activities. Конечно, это несомненно возможно, что мы можем отбросить все эти греховные привычки. So we should think deeply, we should reflect what is our situation, what is our position, and we should try to improve. Мы должны поразмышлять над той ситуацией, в которой мы находимся, и понять, как же мы можем ее исправить. But so long as we have the sinful activity, so long as we're engaged in activities which are against devotional service, which are not in line with pure devotional service, then we cannot be pleasing Krishna. И чем больше мы вовлечены в ту деятельность, которая противоречит сознанию Кришны, тем меньше мы удовлетворяем Кришну.
So it takes some time. We know the path of Krishna consciousness can be challenging, it can be difficult for us. It takes us some time to understand the importance of the rules and regulations. И для этого необходимо какое-то время, поскольку сознание Кришны будет бросать нас вызов и помещать нас в какие-то сложные ситуации, но потребуется какое-то время, чтобы понять всю важность правильного предписания. But gradually, as we get older, as we get nearer to death, we think more seriously. Gradually we would. We get closer to our death. И постепенно, по мере того, как мы будем приближаться к смерти, мы будем становиться более серьезными. We know at this time, with the pandemic situation, people can die very easily. You can get this COVID disease, you can die very quickly. Мы знаем, что вот в этой ситуации пандемии, когда человек заболевает ковидом, то он может умереть очень быстро. And we've seen devotees also die because of the disease. Я также видел, я знаю преданных, которые умерли из-за этой болезни. So we should want to take advantage of every moment to try to be serious about Krishna consciousness. Поэтому мы должны ловить каждый момент, пытаться и пытаться стать более серьезными в сознании Кришны. All right, thank you. Спасибо за вопрос. One more question? All right. Варасарани, вы также зададите, да? Да, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, еще раз. Преданные должны восхвалять чистых преданных из Шрилы Прабхупады. Нахваливать и восхвалять Махарадж не авторитетно, но преданные часто это делают. Как можно доносить до преданных, что Мать Тереза для нас не пример? И лидеры, ну, бывает так, что не поправляют. Спасибо, Хари Кришна, как быть? Who is this? This is Vrajarani Mataji. Vrajarani, uh-huh. Yes, from the Ostaka. Devotees should glorify the devotees who are pure from the scriptures of Srila Prabhupada and glorify Mother Teresa. Is not forbidden there, but devotees often do it. How can we tell other devotees that Mother Teresa is not an example for us? Thank you. Not all leaders correct this. What should I do? Well, I don't know. I don't know who's glorifying Mother Teresa. I've never heard people glorifying Mother Teresa. I don't know how it's happening there. Я никогда не слышал, чтобы кто-то просвещал Мать Терезу. Даже не знаю, как это все. Of course, Mother Teresa's work is, you know, it's on the bodily platform. She's doing social welfare activity, helping people in need. Конечно, деятельность Матери Терезы. Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Конечно, деятельность Матери Терезы основывается на телесной концепции, и социально она очень помогала людям в их нужде. So people who are glorifying her, they must also be in the bodily condition of life. И люди, которые прославляют ее, должно быть также находятся на уровне, на телесном уровне жизни. So they need to hear more about the spiritual platform. They need to understand more the nature of the soul. Поэтому они должны больше слушать о духовном уровне и понять природу души. And they need to hear the Krishna conscious philosophy.
and understand the temporary nature of such activities. И они тогда должны больше слушать философию сознания Кришны, чтобы понять временную природу такой деятельности. That simply feeding the poor people is not going to solve the problem. If you simply give food and give them meals, it's not going to solve the problem of birth and death. И просто раздавая пищу бедным людям, не является решением проблемы рождения и смерти. We want to awaken people. We want to awaken their consciousness. First of all, people have to become conscious, and then they have to become Krishna conscious. Мы должны пробудить людей, пробудить их сознание. Первоочередно, чтобы люди стали сознательными, сознающими, и тогда затем они смогут стать знающими Кришну. So for most people, Haribol, are you there? Yes. For most people, their consciousness is simply based on eating and sleeping. They're happy if they can satisfy these needs. И для большинства людей несчастье значит, что когда люди едят и спят, и для них счастье уже удовлетворять вот эти нужды. So Mother Teresa's work was concerned with bringing people to that condition, that they could be properly, they could be have a proper place to live, and they could have proper food. И работа деятельность Матери Терезы была связана как раз с этим, чтобы у людей было место, где они могли жить, и также чтобы у них было что поесть. So, on the material platform, it's very much appreciated. The governments all around the world, they would all recognize this as being very noble, very important work. И на материальном уровне это все очень, это вся эта деятельность очень поддерживается, и правительство также это признает. Not everyone can appreciate the importance of Krishna consciousness. So you have to be very careful how you preach about this, because Mother Teresa does have the support of the public. И не все принимают важность сознания Кришны. Мы должны очень аккуратно проповедовать, поскольку у Матери Терезы есть поддержка общества. So don't say anything negative about Mother Teresa. Не говорите ничего негативного о Матери Терезе. But rather explain the Krishna conscious philosophy. Лучше объясняйте философию сознания Кришны. Explain about the eternal soul. Объясняйте философию вечности души. All right. Хорошо. Brother Rani, are you okay? Кришна, Гуру Махарадж. Okay, Shishinin. Shishinin. Hare Krishna. Ganshinin. Woman, is there still questions? No more. It was the last one. Okay, so we'll finish here today. So, last few days of Damodar month. Итак, мы сегодня здесь остановимся, остались уже последние дни месяца Дамодара. And the end of Chaturmasya. Завершение Чатурмаси. So we wish everyone have a very nice weekend and get ready for the Prabhupada marathon. И мы желаем всем замечательных выходных и будьте готовы к марафону Прабхупады. And we hope you can have a nice marathon. Я надеюсь, что у вас будет замечательный марафон. Okay, so please take care. Protect yourself, don't get sick. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, защищайте себя, не болейте. And we're praying to Krishna for everyone. Мы будем молиться Кришне за всех вас. So, thank you very much for your association. Спасибо вам всем за общение. Шрила Прабхупада ки джай. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna.